я себе люблю, я люблю себе, я люблю себе. Гараж номер 17, собственный гараж, именно в этом проекте, это очень хорошие друзья, это проект, уникальный проект. На улице есть свой собственный гараж, это в Алане нигде нету вот такой. На улице есть свой собственный гараж, своим пунктом можете открывать, закрывать, огромный большой гараж, еще есть свой собственный кладовка. С вами Асым, ваш человек в Турции, из Алании. Всем большой привет, друзья. Район Оба сегодня с вами будет. Это центральный район, где есть все городские инфраструктура, друзья. Район Оба – это европейский район. И здесь свежий воздух, потому что горы здесь далеко, друзья, широкий район. И государственная больница тоже здесь рядом. И частный школ, колледж, и частный больница тоже все близко, друзья. Короче, место расположения отлично. Место расположения отлично, друзья. Пока я не покажу сегодняшний проект. И хочу отметить, друзья, будем в Казахстане, Актау, Нур-Султан, и будем в Алматы, друзья. Если вы хотите с нами встретиться и поговорить индивидуально, друзья, индивидуально, как можно купить недвижимость в Турции, в городе Алане, либо в Мерсине, мы с вами на связи. Для индивидуальной встречи нужно просто записываться заранее. Короче, вот такой огромный большой сад, есть еще бильярд и теннисный стол, есть место барбекю, друзья. Сад огромный и пальмы тоже высокие, огромные. Есть вечером здесь фонтан, друзья, и детская игровая площадка тоже есть, тренажерный зал есть, сауна есть и бассейн есть, есть, все есть, друзья. Так что и здесь есть сейчас одна квартира 4+1 для большая семья, либо кто собирается много рожать, друзья. 4+1 220 квадратный метр и с видом на крепость, Аланская крепость, с видом на гору. Тихо, спокойно, место самом деле мне очень нравится, очень красивый проект. Давай аппарат это первый. Так что и самое главное, что очень качество. Качество отделка очень хорошее, в самом деле, друзья. Я хочу с вами поделиться. Именно здесь есть такой фишка, свой отдельная кладовка. Отдельная кладовка. Можно за мной, да? Вот здесь есть теннисный стол, бильярд. И здесь есть вот такой кладовка. Для каждой квартиры своя кладовка, друзья. Вы можете все это... Она достаточно большой, свои вещи можно положить, можете это использовать. Номер 8, 9, 10 и здесь 18. Вот это все своя кладовка. Давайте теперь поднимаемся и посмотрим, и какая планировка нас ждет. Теперь мы с вами, друзья, на последнем этаже 4+1, дом всего 5 этажей, и такой вид, нигде нет, друзья, вид на гору, тихо, спокойно, место, и 4+1, огромная, большая квартира, друзья, и, конечно, балкон тоже очень большой, вот такой балкон. Длинный, широкий балкон, друзья, и качество, я вам говорю, что качество очень хорошее здесь, вот таком качестве, натуральный камень, действительно, я очень люблю все натурально, даже как-то человек тоже натуральный, искренний, мы более открыты бываем, правда, друзья, вот такой оператор, покажи, пожалуйста, вот этот вид. Вид на Торос, это название гору Торос, друзья, итак, и с вами продолжаем. И, конечно, продается без мебели. Без мебели, без бытовой техники продается. Это просто обставлена квартира, друзья. Так что, кулай гелсин. Итак,
И планировка отличная. Сразу с вами начнем вместе с залом и кухней вместе, друзья. Вот такое обставлено, что у вас представление было, друзья. Огромный большой телевизор можете сюда поставить. Можете поставить вот здесь. Есть еще огромный большой холодильник, буздолабы, вытяжка, духовка. И здесь еще дополнительный вот такой шкаф есть. И, конечно, бордовый цвет. Я очень люблю такой. Красота. Действительно, вид на гору, вид на крепость, Аланский крепость. И качество, я вам говорю. Еще раз хочу отметить, друзья, система «Умный дом». Что это такое? Вы можете из дома посмотреть, кто вам пришел, ушел. Вы из аэропорта как-то сюда едете, заранее можете подключить свой кондиционер и жалюзи, друзья. Это все качество, это все для вашего удобства, друзья. Короче, вода тоже есть, все работает. Так что давайте продолжаем вместе с вами. Еще кондиционер тоже вот в таком виде здесь можете поставить. Просто она без мебели продается. Еще раз повторяю. Давайте идем. И здесь перехожая. Вот это перехожая. Огромный, большой перехожая. Это главный выход. Так, можно ко мне близко? Ко мне. Чтобы дверь показывать. Вот в таком качестве она. Посмотрите, вот в таком качестве. Так, очень удобно. И здесь сразу с правой стороны есть такой шкаф, друзья, еще напротив сразу вот здесь общий санузел, видите? Это стиральная машина, это как сушилка, это сушилка по-русски. Короче, и здесь душевая кабина. Еще с вами идем. Вот напротив сразу у нас есть детская комната. Вот покажи, пожалуйста, детская комната. Еще есть там балкон, выход. Здесь тоже еще одна спальная комната. Так что это дуплекс, друзья, 4+1, дуплекс, 220 квадратный метр, район оба с вами. Это все шкаф, и здесь тоже шкаф есть, достаточно большая, друзья, и здесь санузел, вот здесь санузел. И где санузел, друзья, теплые полы есть, так что пока здесь арендатор есть, если вы хотите, чтобы арендатор продолжал, друзья, вот, готовы сразу. Арендатор может продолжать. Давайте идем отсюда. Так, давайте вот это выключаем. Вот красота, да, красивый. Тебе нравится? Тебе нравится? Давай заходим. Это, наверное, для детей. У них дети есть, чтобы безопасность была. Давай ко мне. Можно за мной? Вот такой теперь внизу пускаемся. И мрамор. Посмотрите, пожалуйста, мрамор, да? Еще молодец, арендатор очень чистый. Посмотри, никакой пыли нет, очень чистый. Итак, друзья, еще раз напоминаю, мы с вами будем в начале июля будем в Казахстан, друзья, Актау, Атрау не будем, уже поменяли город, Нур-Султан и Алматы будем. Если вы тоже хотите счастье получить, жить в Турции, друзья, можете записываться индивидуально. Для индивидуальной встречи под видео есть мои контакты, друзья. Давайте. Теперь вот здесь тоже общий санузел. Вот я вам говорю, теплые полы есть. Вот здесь теплые полы, система «Умный дом». Вот здесь система «Умный дом». Все качество. И отделка качества отличная, на самом деле. Здесь рабочая комната. И можно гардеробная комната делать, как вы хотите. Это 4+1. Много комната есть. Видите, столько много сумки здесь. Видите, все это шкаф. Можете сюда все это поставить. Молодец. Молодец. Оператор, молодец. И здесь еще одна комната. Гостевая комната можно назвать. И, короче, еще здесь есть балкон. Много, да, комната, оператор? Это теледети. Что? Комната, балкон. Здесь теледети закрыли, просто не можем выходить. Короче, здесь еще балкон, еще маленькая кладовка есть. Итак, друзья, что мы с вами смотрели? 4+1, 120 квадратный метр, район Оба, город Аланья, друзья. Оба — это центральный район
Оба это где самый центр уже, друзья. Так что, если есть у вас тоже вопросы, мы можем с вами поделиться индивидуально, можем даже вам показывать через Viber, WhatsApp и Telegram, друзья. 5-этажный дом, всего здесь 18 квартир, немного. Народ муравьи здесь нет, друзья. Так что, кто любит тишина, кто любит вот большая квартира, если вам интересно, для более подробной информации, просто нужно ко мне обращаться. Вот это мой номер телефона, друзья. Пишите, звоните. С вами был Асым, ваш человек в Турции, из Алании, из Турции. Всем большой привет, друзья. Я вас очень люблю и уважаю. Пока-пока.